Всем привет! Вы попали на канал The Like Шляйк, с вами Лаич. И сегодня к нам приехала посылка от вот этого замечательного канала. Мы обмениваемся с ней первый раз. Это просто нереально. Господи, я очень рада. Спасибо большое. Сзади нас, точнее, этого прекрасного парня, стоит сама посылочка, которую мы будем с вами сейчас распаковывать. Да, погнали. Для начала мы уберем этого парня. И там много всего. Примерно то, что находится в посылочке. Еще там было два листочка, но я их убрала. Простые листочки. Вот, и здесь тоже простые листочки, которые мы сейчас вытащим. И тут что-то бомбезное, боже мой. Перевернем вот так вот, и самое первое, что я вижу, это шоколад. И первое, что у нас там лежало, это вот такая вот Милка. Я всегда хотела попробовать этот вкус. Спасибо. Наконец-то я его попробую. И мы достали все содержимое в посылке. Давайте смотреть, что же там, господи, не терпится. На самом деле, я не знаю, что там, но увидел уже рисунки. Вот. Если смотреть другие посылочки с нового обмена, то я всегда знала, что в этих посылках. А вот насчет этой я ничего не знаю. Итак, первое, что мы возьмем, это личное письмецо. Просто показываю, что же есть в посылке. Да. Далее у нас рисуночки. Рисуночки, господи, это же Джуняш. И второй рисунок, это тоже Джуняш, он что-то в виде батона, что ли, господи. Но, в общем, очень прикольно, я не хочу распаковывать, я просто оставлю так. Слишком красиво все упаковано. Далее еще была вот такая вот ручка. Ручка с единорожкой, вот такой пушистой штукенцией. Такой вот единорожек тут. Очень классная ручка. Так, там у нас еще есть письмецо, которое мне разрешили прочитать. Ну, на камеру, но вы займетесь этим сами. Я просто покажу красоту эту и все. Вот такая прелесть. Если не успели прочитать, ставьте на паузу. Так, и далее идет вот такая вот прелесть. Итак, я открываю. Сейчас мы посмотрим, что же там. Высыпаем. Ой, не хочет ничего высыпаться. Правильно. Так, 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 что-то интересное. Что же? Боже мой, господи. Это распечатанные фоточки моих фигурок из Инстаграма. Боже, это потрясающе. Это у нас Аято. О, боже мой, господи, это офигенно. Маламутик и Хаски. Две прелести. Ну, кто подписан на меня в Инстаграме, видел эти все фоточки. Альтик, господи, это нереально круто, боже. Щеночек. Такая вот прелесть. Вот такая прелесть. Ой, это Гао. Боже мой, и последнее, это у нас Джуняшка, конечно же. Это нереально круто, просто спасибо большое. Осталось две вещицы. Фигурочки у нас в конце. Что-то интересное лежит здесь. Как я поняла, лежат аксессуары, но это не точно. И у нас здесь и правда лежали аксессуары, это ошейнички. Сейчас мы посмотрим на них поближе. Высыпем только аккуратненько все. Тю-тю.
Я вижу уже, какие они классные. Боже. Вот они, господи. Просто какие они красивые. Также тут есть особенные ошейники, которые сделаны для Гао. Даже подписано. Сейчас мы померим. Итак, наш Гао. Сейчас будем мерить. И вот так вот у нас смотрится Гао в этой прелести. Да, он еще со шлейкой, извиняйте. Ну все, Гао, все парни твои однозначно. И у нас тут еще остались ошейники. Давайте дальше смотреть. Вот такая вот прелесть. Могу сказать только одно. Спасибо большое за аксы. Они потрясающие. Нереально крутые. И осталось у нас самое основное. Это два самолепа, сделанные на заказик. И, возможно, в инстаграме ее вы их уже видели. Уже спалю их породу. Вот такая вот прелесть, господи. Начнем уже, наконец-то, распаковку. Чтобы не разбилось ничего. Так, это у нас что? Что-то интересное. Вот такая вот прелесть тут идет у нас. И сейчас мы ее будем распаковывать. Господи, как же интересно, что там. Я почти открыла эту прелесть. Вот. И там чья-то мордочка. Господи. Очень интересно, чья же мордочка там. О боже, посмотрите, какая красота. Господи, оно покрашено просто нереально красиво. Ну и сделано, конечно, просто нереально. Просто нереальное спасибо. Это просто шикарно, я даже боюсь это вешать на свой портфель, чтобы носить. Боюсь, что стырят такую красоту, поэтому она будет у меня просто лежать на полочке. Господи, какая же она красивая. Ты очень красиво лепишь. И первый самолеп идет у нас с обмена. Это ауси или же австралийская овчарка. Она просто нереально красивая. Вы просто посмотрите. Скорее всего, вы уже видели ее видео. Шляйк за докс. Но, боже, она потрясающая. Вы просто не понимаете, какая она красивая. Вот такая вот здесь пусечка, это девочка у нас. В общем, вот такая вот нереально красивая леди. Теперь будет жить у меня. Она просто потрясающая. Очень красивая. Ну и покажем вам, как она выглядит сверху. Ну и ее очень красивую мордашку. Просто замечательно. И второй самолепик. Вот здесь он находится. Он очень понравился автору. Ну, а точнее, Шляйк зе Докс. И это у нас Акито. Акито Ину. Акито Ину. Мальчик уже будет. Уже будет мальчик. Пацанчик. Господи, какой он зайка. Просто посмотрите на него. И ты такая булочка с корицей. Он очень милый и очень красивый. Просто нереально красивый. Боже. Жопень. Зопь. Зопя. Просто посмотрите, какой он зайка. Точнее, он. Еще немного поближе вам эту прелесть. Он нереально красивый получился. Просто.
просто потрясающий, господи. Какая булочка с корицей? Я просто не могу. Вот так вот они выглядят по сравнению со Шляйх. Итак, что я могу сказать? Это просто нереально крутая посылка. Я очень рада, что мы с тобой обменялись. Я очень давно хотела это сделать, просто думала, что ты не будешь со мной обмениваться. И, в общем, получила я вот этих вот няшек, милашек, булочек с корицей. Они просто нереально красивые. Просто муа. Не знаю, что еще сказать. Огромное спасибо за аксессуары, за ошейники, за фотографии, рисунки, брелок. Боже, это все настолько красивое, что у меня просто нет слов. Ну и еще раз я скажу, что все упаковано просто потрясающе красиво, нереально. Спасибо. Я очень рада, что у меня теперь будет вот эта вот булочка с корицей. Я его очень долго ждала. Ну и Ауси мне, конечно же, тоже очень нравится. Ну он такой просто миленький. Такой хороший, господи. Ты просто зайка. Ну а на этом мы будем с вами прощаться. Шляйх за Докс, спасибо большое за обмен. Просто огромное спасибо. Это нереально круто. Спасибо большое за все-все-все, что ты прислала мне. За этих булочек. Я уже это сказала миллион раз, но скажу еще раз. Спасибо. А всем спасибо за просмотр. И всем пока. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Удачи.